25 ноября на базе Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета в преддверии дня рождения великого математика прошла школа-конференция «Лобачевские чтения». В последнее время чрезвычайно актуальным является проблема привлечения талантливой молодежи к фундаментальным научным исследованиям. С этой целью Казанский университет регулярно проводит молодежные школы-конференции «Лобачевские чтения». Люди, остающиеся в науке, они ориентированы на то, чтобы заниматься научной работой, и молодежь, ну, молодые научные сотрудники должны защитить диссертацию. Вот, давным-давно эта школа была задумана как помощь, потому что результаты диссертации должны быть апробированы и доложены на вот научных конференциях. Программа школы конференции включает в себя лекции ведущих российских ученых и доклады участников конференции. Для участия в школе конференции были приглашены молодые преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, магистры, студенты, старшекурсники. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.